Итак, условия конкурса. Иван должен съесть за 100 шагов 100 грамм шоколада. Иван, покажи-ка мне шоколадку, чтобы я убедился, что в ней 100 грамм. Моя прелесть. Замечательно. Пошли. Куда начнем? Идем. Члены судейства с любого места. Это хорошо. Лучше есть-то будет. Нет, а я твердо буду лучше. Владимир, ну и куда мы идем? Ну не знаю, я сюда думал поменьше, не? Да какая разница? Хочешь, чтобы свидетелей было поменьше, что ли? Ну да, а что светиться особо? Можно кругами ходить вокруг этой стоянки. Можно не палиться, вон Владимир сидит. Да ладно, что вы палиться? Владимир с айфоном разбирается, не трогайте его. Можно отсюда? Давайте отсюда и пошел, вот туда вот куда-нибудь. От Семёра туда? Ломай. Что, Вова, ты как главный скептик не веришь, что он ее съест? Да невозможно. Ну давай, попробуем. Значит, посмотрим, как это невозможно. Разрушители легенд, часть первая. Да, да, да. Шаги будет считать Владимир, он как честный человек. Давай. Ну, поехали. Начинаем? Что-то я забыл. Сейчас, Вовка, подождите, Томишка. Не волнуйся. Поехали? Тут 3 минуты. Поехали, ребят. Поехали, давай. Раз. Не торопись, Иван. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Давай, давай, Иван, ты чё? 61, 63. Очень быстро идешь. 5, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 3 осталось, Сережа. В чем прикол? Да не знаю. Что, Ваня, что пошло не так? Слюны не хватает. Я два видоса смотрел, как жрали этот шоколад. Есть стратегия, если бросать по одной. И проглатывать. Я сразу три полоски нахуячил, блядь. Просто забил. Если бросать по одной, реально. Ну, шоколад-то хоть вкусный? Давно. Ну все, Ваня. Что? Нет, спасибо.